В нескольких часах езды от Джокджи на авто по гористой местности находятся два очень нетипичных храма – Чанди Четто и Чанди Суку. Последний – просто настоящая майянская пирамида, только маленькая. Для меня, любителя обнаружения пирамид там, где их нет, это истинное счастье. Хотя храм относится к самому концу существования индуизма на Яве, здесь можно увидеть нетипичный для индуистской Явы стиль изображения, отражающий местный языческий культ плодородия, из-за чего этот храм в Яндексе называют знаменитый эротический храм Явы. И совсем уже непонятно, под каким влиянием возникшие изображения, сильно напоминающие шумерских богинь и богинь крито-минойской культуры. Те, правда, были со змеями. Во всех смыслах необычное и занимательное место. Мимо плоских черепаховых алтарей можно подняться наверх и лицезреть лежащие далеко внизу окрестности.